Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, пора должок возвращать. События, землетрясения, битва. Поехали. Так, кого мы тут возьмем? Наверное, в первую очередь Уэрхозавра, нет. Возьмем, наверное. А хотя, почему бы нет? Давай так, так и вот так. Поехали. Надеюсь, мы справимся все-таки. 507 урона. Это много, если честно. Ладно. Ему достаточно сейчас две атаки провести и... Слушай, у него здоровья маловато. Очень мало. Так, ладно. Будем копить. Три очка действия, да? Смотри-ка, не спешит ничего делать. Не спешит, тоже накапливает очки действий себе. Угу. Понятное дело, что подбил. Ну что, поехали. Теперь наша очередь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Иди отсюда. Ну что, Дилофозавр. Ладно, я жду. Я буду ждать. ХП, слава богу, у нас много. Нет, парень, не получится. Извини. А вот теперь мы будем бить. 852 хп у него. Так, этого более чем достаточно будет. Давай. На. Ну что, Метриакантозавр, давай. У него, конечно, 486 к атаке. Да я его сейчас уничтожу. В порошок сотру. Молодец, красавчик. Ну вот, в принципе, что я хотел сделать, то я и сделал. Я обещал пройти это событие. Я его и прошел. О, 100 долларов. Не зря, уже, ребят, не зря. И Астафрикозавр нам выпадает. Плюс 650 очков доверий. Шикарно ведь. Конечно. Что у нас тут за награды? Забрали. Здесь посмотреть рекламу тоже сделали. Так, завершить все ежедневные задания. Так, у нас еще и тут что-то есть. Пройдите схватки, 25 штук. Давайте мне тогда награды. 200 тысяч монет и плюс фигура велоцираптора. Как-то так. А здесь что мы забираем? Понял. Замечательно. Ну, Шунозавр, ты готов? Ничего, не готов. Так, забрали хавчик. Да заберем монетки. Успокойся ты, иди уже разберись там, что им надо. Кстати, у нас на острове Сорна уже построилась или нет? То, что я заказывал. Опа, бесплатно. Давай, уровень получим. Ребята, новый 61 уровень. Таинственная пещера плюс расширение территории. Кофейня Боб Джунди. Абсолютно нечем удивляться этим постоянным вылетом. Такс, такс, такс. Ну, мы, в принципе, можем, наверное, еще, я думаю. Еще давай закажем. Вот так. Раз, два и три. Я думаю, что как раз нам на следующий уровень, наверное, хватит. Так, вывести.
Тодзио. Нет, я лучше Ютораптора выведу. Поместить. Так, его можно будет прокачать, в принципе. Ускорение завершил сделку. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там по сделкам идет. Еда. Анхоп престис на монеты. Слушай, ничего себе за него дают монет. 2 ляма. Очки доверия на Кулазуха. Вы серьезно? Какой-то бред. Может быть этого? Давай, наверное, его поменяем на деньги. Ага, здесь пока недоступно. Забираем тут награду. Потратить хавчик. Собрать 3 мода. Давай моды посмотрим. Нафига я за еду начал? Мне... Хотя, если честно, ребята, за еду даже, наверное, будет лучше. Потому что нам нужно... Вот, задание выполнено. Ну, нет, еще раз нет. Пак он мне не дал. Ну что, в последний раз крутим. Ну вот, совсем другое дело. Слабость, единство, устрашение, опять устрашение. Такие себе моды на самом деле. Не очень качественные. Так, забираем тут наградушку. И теперь нам нужно сыграть ПВПшки 3 штуки и Кайнезойку. Так что начну я, наверное, с Кайнезойки. Кстати, мы же уровень не получили. Секунду, у нас же... Вот. Битва, поехали. Надо посмотреть. Капразух, Диморфодон и Стегоцератопс. Я думаю, что здесь проще пареной репы будет прохождение. Так, против Диморфодона я возьму Уэрхозавра, а против Стегоцератопса я возьму Карнораптора. Поехали. Сейчас будем топтать их всех без промедления. Я сразу начну... Ладно. Хотел с атаки, а что-то нажал почему-то на дополнительные очки. Но это как всегда у меня. Ну-ка, расплющим его. Ну, ничего страшного. На кого он там меняется-то? Стегоцератопса взял. Как скажешь. Проверим. Он сейчас опять Капразуха, наверное, возьмет. Нет, ничего он не стал тут брать. Давим тогда его. Диморфодон. Здорово. Да, моему Карнораптору, конечно, кранты будут. А вот у Эрхозавра я не знаю, справится ли здесь. Давай проверим. Справится. Даже более чем. Ну, Капразух, тебе-то нужно просто добить. Ой, тебе много надо потратить. Ну что, Птеранодон, ты готов? Я вижу, что готов. Боевая стойка принята. Атакуй. Вот и все. А интересно, это считается как ПВП поединок или нет? Вряд ли. Сколько мы там получаем ДНК? 130. А, 4500. О. А что у нас тут за событие одно осталось? А, битва титанов. 20 дней. Блин, я думаю, что он, наверное, месяц, да? Где-то действует. А награда здесь Тупуксуара. Ну, я бы, в принципе, хотел бы получить Тупуксуарочку. Сейчас, подожди-ка, я кое-что гляну. Вообще не засчиталось никак. Что, Назар, ты будешь завершаться? Нет? Никак не хочет. Ты посмотри на него. Кстати, мы здесь-то ничего не поставили на вывод. У нас вон Фараракас есть.
Что там еще у нас припрятано? Вон, астафрикозавр еще появился. Давай дальше глянем. Птеранодон, да фиг с ним, пускай будет. Чтобы просто не простаивало, да, у нас это местечко. Тут разместить кофейня Боб Джунглей. Пускай стоит. Фигура велоцираптора. Пускай. Лишняя копейка, как говорится, она не бывает лишней. Так что пускай финансики капают. Так, ну что, вроде бы здесь все, да? Что тут у нас еще моргает? Не знаю. Ну что, поехали. ПВП. Кайнозойская эра. Сделаем так, вот так и вот так. Уртинотериум, тело Космил и Паноктус. Сейчас посмотрим, кто против нас будет здесь выпендриться. Как всегда, гибриды наверняка, вот больше чем уверен. Один. Индрикоцер. Рематерий. Рематерий. Как ты удачно подстать нам подходишь, а? Звезда не ему. Почти пол хп сразу. Тиф! Снесло. Он будет меняться, нет? Поменялся. Я, правда, не вижу смысла в этом. Так, у нас против... Ага, ледяные. Давай. Я посмотрю на этого Ахламона, что он тут будет делать. Но он, наверное, поменяется сейчас. На Рематерии, скорее всего. Нет, он меня завалил. Он просто меня бомбанул и все, ребят. Да, я боюсь, я могу проиграть здесь. Против пустынника. Ага. Подожди еще разок. Да блин, не дал даже посмотреть. Че он своего этого трухлявого пня сюда позвал? Все, я понял. Пробьем? Пробьем. Только проблема в следующем. Он очень много себе очков взял здесь. Угу, 6 очков дополнительных, то есть получается. Как он их распределил? Сможет забить? Смог. Ну что, Паноктус, вперед. Все в твоих руках. Бомби его. На, хмыреныш. Все было отработано четенько. Победа, можно сказать, идеальная. Так, Кайнозойку мы прошли. Теперь нам нужно еще ПВПшки. Три штуки отыграть. Эх, как бы мне хотелось бы. Так, еще раз сделаем прокрут и получаем 150 ДНК. Ну что, теперь попробуем сыграть здесь. Раз, два, три. Денежки, мои денежки улетают. 13 долларов всего лишь осталось. Как тебе такой? Вот в подводном царстве против меня действительно одни гибриды выступают. Ну, о чем я говорил? Причем та же самая команда, по-моему, которая была у нас в прошлый раз. Тебе так не показалось? И он ходит первым. И он еще и атакует. Без угрызения совести. Просто взял и атаковал. Тогда и я буду атаковать. Ну что, он сейчас добьет, понятное дело. Две атаки влепит и... Гудбай, мой гигантский артакон.
Эх, обидно. Ну что, я сделаю тогда, наверное, одну атаку. И вот так вот. Получил по щам. Леоплевродон. У него почти 500 к атаке. 3. Вот как он поступит? 3 атаки проводит, ребята. Неужели ушатает? Нам повезло. Нам крупно повезло. У него не получилось нас ушатать. А вот мне как раз получится, наверное. Так, 183 у него. Блин, трындец. Слушай, может быть нам вот так вот сделать? Ушатывает. Все-таки ушатывает. Блин. Раз, два, три. Я не знаю, как тут еще, ребят. Попробуем таким вот образом. Хоть бы он потратил 4 атаки свои, а? Все, победа. Победа, ребят. Я аж пужанулся. Но все отлично у нас получилось. Красавчик. Черепашка победила. Приз эксперта уже. Ну давай посмотрим, что-то нам дашь тут. Дал бы 250 баксов лучше бы. Давай не скупись на награды. О, вот, $100. Уже не зря дрались. Так, и получается, что, по-моему, нам нужно еще один поединочек сделать. Да? Да, еще один ПВП поединок. Ну что, давай. Может быть, нам вот это сделать? Хоп, хоп. Хоп, хей, ла-ла-лей. Давай вот так вот. Хочется посмотреть, кто тут против нас будет выпендриваться. Упс, вот это, конечно, попадос. Причем сразу же. Если будет сейчас возможность заменить, по идее, надо менять. А с другой стороны, нафига? Ну, бомбанет он, предположим, со всей дури. Фига себе, 7-й уровень, 40-й, вот здесь вот 40-й уровень. Он бомбанет. Блин, получается, что нундагозавр здесь вообще не в тему, да? Как бы так выходит. Ладно. Че, вмазать ему хорошечно, как думаешь? Давай попробую его пробить. Что-то гуляет Вася. О, 1124 к атаке. 2 потратит. Но тут, конечно, нам уже нужно взять нашу птичку.
Раз, два, три. Угу. И вот она, тупукса... А, подожди. Пеликактиль, конечно же. Ну что, две потратит он? Две у него останется. Как у меня Индоминус к этому отнесется? Блин, он отнесется-то хорошо. Раз, два, три. Давай вот так вот я все-таки сделаю. Перестрахуемся. А вот теперь, наверное, придется атаковать, друзья. Не знаю, не скажу точно, но попробуем. Нет. Или да. А, все. Все, фейл. Мелкий ушлепок в шляпке, а. Ну все, тут проиграл. Ребят, ну ты посмотри сам. Ну, это супер гибриды 40 уровня. Тут уже про легенды я вообще молчу. Какие легенды? Тут гибриды одни сплошные, блин. Дерись с ними как хочешь. Да, ну что, ежедневки мы выполнили. $40 и Джунгариптор. Откаты будут у нас во сколько? По-моему, в 4 часа, да? Я не успею в любом случае, потому что уже буду на работе, друзья. Поэтому поиграть у меня не получится. Ну, смотри, события. Через час, да? Через час 11 минут. Да, это получается в 4 часа. Но, по крайней мере, все, что я смог, я успел сделать. Я отомстил, как говорится. И мне еще нужно попробовать, ребята, босса победить в ХКР-2. Как бы у меня такие вот планы есть сегодня. Тоже будет такая коротенькая серия, потому что я не думаю, что Босяцкого сразу с первой заходки смогу вырубить. Но, тем не менее. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.